Ну вот, сбылась мечта. У нас вилла с бассейном теперь. Это территория. Здесь мой мотобайк стоит. Ворота. Сейчас я вам покажу сам дом. Нужно отойти, правда, подальше, потому что дом большой и не помещается. Вот, собственно говоря, бассейн, вот дом. Тоже у него распашные окна. Во все стены можно раскрыть все, устроить себе полную веранду. Давайте обойдем вокруг. Я покажу, что тут есть еще. Меня поразило, что здесь есть пепельница стационарная, как в кафе. Стульчики посидеть. Это какое-то техническое помещение, генераторное. Так, тут у нас работающий кондиционер. Его, кстати, в доме не слышно. Здесь душ. Но это один из трех душей в этом доме. Это такой наружный, чтобы перед бассейном или после бассейна. Здесь у нас большое мусорное ведро. Ну, что тоже полезно. Тут у нас барбекю. Барбекю и сушилка. Тут еще одна сушилка. Здесь у нас кран с водой. И окна спален. Ну и баки для воды. Это, в общем, такое стандартное наполнение тайских домов. То есть вот эти баки, они наполняются централизованным водопроводом, а оттуда уже подается вода в дом, вот насос. Вот, давайте теперь пойдем внутрь, я покажу вам, что внутри. Так, это спальня. Ну, в общем, тут ничего особенного нет. Тут все достаточно удобно организовано. Лампочки, розетки около каждого спального места. Телевизор большой, можно валяться, смотреть кино. У него есть порт USB. Кондиционер, естественно. Вот римские шторы. Ну, это не римские шторы, не знаю, как это. Опускающиеся такие, матерчатые. Вот. Окна выходят на забор к крану с водой. Тоже вот все раскрывается. Вот такая спальня номер один. Вторая спальня. У второй спальни свой санузел. Достаточно такой симпатичный, потому что здесь душ с окном. Вот. Вообще тут все с окнами. Не знаю, насколько это удобно вот мыть руки здесь, а в зеркало смотреть сюда, но факт, что смотрится это хорошо. Вот, сама спальня рассчитана на двух взрослых и на двух детей. То есть тут еще есть двухэтажная кровать. Ну, или я не знаю, там на четырех непритязательных бэкпекеров, туристов. Тут тоже есть телевизор. У него тоже есть вход USB. Тут тоже есть кондиционер. Ну, в общем, на четырех человек по максимуму рассчитано. Так, это еще один санузел. Все чистенько, все красиво. Здесь душ, просто душ. Окошко здесь вот такое вот маленькое, но душ есть. Ну, в общем, тут все есть. Мыло есть, туалетная бумага есть. Никакого дефицита туалетной бумаги нет. Все хорошо. Так, это гостиная. В гостиной большой телевизор, еще один. То есть третий телевизор в доме. Большой диван. Столовая тут же. Вот. И выход, собственно говоря, из дома к бассейну. Вот так это выглядит в панораме. Ну, да, тут же еще один кондиционер и симпатичная люстра. Ой, на видео она мерцает. Еще есть такая штука смешная. Зонтики от солнца.
Это можно брать с собой при прогулках. Ну и выход к бассейну. Кухня. Тут у нас жарятся тосты. Здесь у нас чайник, здесь у нас кофеварка, мойка, салат латук. Здесь опять же в шкафчике весь набор всего. То есть чашки, кружки, ложки, миски, сковородки, какие-то кувшинчики. Здесь вот еще ложки, ножницы. Первый раз я вижу тайский дом, оборудованный ножницами. Баклажка с водой, краником. Открывается вот запасная вода. Так, микроволновка. Холодильник с кучей льда. Это очень полезно. Холодильник. А вот плита здесь маленькая, однокомфорочная. Но с таким количеством всего остального я не думаю, что это будет проблемой. Тут есть специи всяческие. В общем, жить можно. Ну вот, вся кухня, собственно говоря. Вот, из кухни выходишь, поворачиваешь направо. Это в спальне. И санузел один из. Ну и второй тоже, естественно, вот здесь. Вот, поворачиваешь налево из кухни, это выход в гостиную. В столовую. Здесь вот это окошко можно открыть, я так понимаю, и подавать блюда из окна кухни к столу для эстетов. Вот, стоит такой дом сейчас не очень дорого, стоит он 2000 в сутки. В горячий сезон и в отсутствие коронавируса он стоит где-то от 3,5 и выше. Вот, но сейчас нам повезло. Вот. Вот все вот это вот 2000 бат в сутки.